Да, я хочу сказать, что весь сегодняшний день с самого утра глава государства работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, ну, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце. Впрочем, ну, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться. Эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город. С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал, конечно же, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их. Ну, еще хотелось бы добавить, что, как и обещал президент, он никуда не бежал. Как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах вы, наверное, можете увидеть его младшего сына. Ну и добавлю, что в эти минуты президент также работает, до сих пор работает во Дворце независимости.